сегодняшний день. Раз. Мы с Алтая, гости к вам. Книги привезли в библиотеку. Православные книги. Братья, помоги, что там у нас? Меня снимаете? А? Да у нас миссионерское путешествие. Подожди, там проверка. Почему на дальнем свете фар едете и превышение скорости у вас? У нас ограничение по скорости 40 км в час. А там 40, я видел знак. Уехали больше. На, покажи ему документ, что у них сдавали. Ой, да нет, тут нарушение. Поездка удостоверения, свидетельство регистрации, страховой лист. Мы попросим прощения. Гражданин офицер. Простите, ну я видел ограничение, снизил скорость. Просто я там смотрел зону конца ограничения. Сколько сейчас отхода уже еще свежий? Из Москвы ездили в Москву. Вот так. В центральной библиотеке страны получили все наши. Вот видите, город Прокопьевск, Кемеровской области. Пожалуйста, включайте. Только сегодня мы будем. 20-го. Город Прокопьевск. Я посадил 40 миллионов. Какую помощь? А где-то тут где-то. Двигаемся. Летимся. Брать? А не знаю, мы с тобой бери. Другой момент включишь.